Унесли Господа із гроба, і не знаємо, де положили його. Тотчас вийшов Петр і другий ученик, і пішли ко гробу. Вони побіжали оба в місці, но другий ученик біжав скорее Петра і прийшов ко гробу перший. І, наклонившись, увидів лежащие пелени, но не вошел во гроб. Вслід за ним приходить Симон Петр і входить во гроб, і видить одні пелени лежащие. І плат, который був на голові його, не з пеленами лежащий, но особо свитий на другому місці. Тогда вошел і другой ученик, прежде пришедший ко гробу, і увидел, і увірував, ібо вони ще не знали з Писання, що йому надлежало воскреснуть із мертвих. Брати і сестри, дорога церква, ви знаєте, наше серце радується сьогодні. Часто ми буваємо на таких наших собраннях, коли другого дня, і людей буває не так багатенько. Але сьогодні Господь розположив ваше серце посітити дом молитвений, порадуватися в цей славний праздник нашому Господу Ісусу Христу. Я бажав би, щоб ми всім серцем з вірою, з любов'ю однеслися до нашого Спасителя, котрий є живий, котрий є воскресший, котрий є начало і кінець, котрий є тот, котрий взяв ключі ада і смерті, побідив смерть і восторжествував над ним собою. І поэтому ми сьогодні прочитали про Марію, яка так раненько із жонами, з другими, вони прийшли ко гробу, але коли прийшли, уже камінь був отвалений. Друзі, дорогі, і ми там прочитували такі слова. Вони побіжали оба в місці, ученики, коли вже їм були сказані, вони побіжали і подивилися. Ви знаєте, Йоанн біжав скоріше. Але ви бачите, коли ми прочитуємо, апостол Петро був сміліший, він войшов у гроб і побачив, і після нього зайшов і Йоанн. І коли Йоанн зайшов туди і побачив, увірував, що Ісус Христос воскрес, ібо ще до того вони не знали, що Ісус має воскреснути. Ми сьогодні з вами знаємо, вже багато років ми празднуємо цей праздник, багато з вас вже багатенько попраздновали, але ви знаєте, як би добре, щоб сьогодні Ісус Христос обильно благословив на святому собранні і прибув з нами, і ми б всім серцем нашим прославили чудного нашого Господа Ісуса Христа. Ми в цій молитві вознесемо славу нашому Богу, котрий по любові своїй покликав нас, котрий спас нас і оправдав нас. В нас не було чим похвалитися, в нас не було добрих діл, в нас не було ніякої віри, але Він нас знайшов, Він нас покликав і дарував нам щастя сьогодні бути в молитвеному домі, дабы нам прославити нашого Господа. Ви, старші брати і сестри, пережили багато. Ви помните, в нашій країні нас сильно пригнічували тим. Говорили, що це неправда. Але все ж таки, ви знаєте, на сьогоднішній день в всьому мірі більше всього проповідається в Біблії о Ісусі Христі. Люди побачили деякі, що вони неправильно йшли. Браття і сестри, ми сьогодні довіряємося всею душою і всім серцем нашим, дабы нам прославити чудного Спасителя Ісуса Христа. Коли вчора браття прочитували, і я прочитаю це місце Писання з Коринф'янам, де апостол Павел написав в цьому посланні і каже: «Напоминаю вам, браття, Євангеліє, котре я благовествував вам, котре ви і прийняли, в котором і утвердились, котрим і спасаєтесь, єсли преподанное удержуваєте так, як я благовествував вам, єсли тільки нечетно увірували». Да поможе нам Господь, брати і сестри, щоб нечетна була наша віра. Ми далі в цій главі будемо прочитувати, де каже так апостол Павел: «Єсли нет воскресення мертвих, то і Христос не воскрес. А якщо Христос не воскрес, то і проповідь наша тщетна, тщетна і віра наша». Браття, дорогі, ми знаємо і ми упевнені в тому, і наші браття, які були першими, проходили тісними воротами, вони сиділи в тюрмі, вони сиділи багато. Я зустрічав того брата, коли я був в Харкові, я бачив лично на свої глаза, котрий просидів 15 років. І коли третій срок йому дали п'ять років, і він молиться і каже, щоб моя жінка не пожаліла. Браття і сестри,
Ви знаєте, скільки наших дорогих сестер, вони своїх мужів чекали, вони знали, вони молилися за них, воспитували своїх діток в таких бідних обставинах, але все ж таки сохранили союз брачний. Сьогодні ви бачите, наскільки ворог старається руйнувати молодих сімей, руйнує, тому що віра слабне. Ви знаєте, люди стали праздно, люди стали робити не те, що потрібно. Но хай Дух Святий збереже нашу церкву, наш народ, наших діток, нас підростаючих молодих дітей, і хай благословить наше собрання. І в цей день ми прославимо чудного Господа Ісуса Христа. І я прочитую далі тут такі слова. 16-й вірш говорить так. «Ібо якщо мертві не воскресають, то і Христос не воскрес. А якщо Христос не воскрес, то віра ваша тщетна, ви ще во гріхах ваших. Поэтому і умерши є во Христі погибли. І якщо ми вятої тільки жизни надіємося на Христа, то ми нещасні всіх чоловіків. Но Христос воскрес із мертвих, первенець із умерших, слава Йому». Пусть Господь і сьогодні вдохновить наші серця всеціло бути преданими Йому, любити нашого любящого Господа. В посланні до філіппійцям апостол Павел пише такі слова в 3 главі, я прочитаю. Апостол, котрий був обращений, котрий гнав церков Божію, але в 8 вірші 3 главі читаємо такі слова. «Да і все почитають щитою ради превосходства познання Христа Ісуса, Господа моєго. Для Него я от цього отказався, і все почитаю за сор, щоб приобрісти Христа». І найтись в ньому не со своєю праведністю, котрая от закона, но з тою, котрая через віру во Христа, з праведністю от Бога по вірі, щоб познати Його і силу воскресіння Його і участі в страданнях Його, сообразуясь смерти Його, щоб достигнуть воскресіння мертвих. Браття і сестри, ми всі того ожидаємо, ми всі готуємося, ми всі знаємо, однако читаємо, кого застане пришествие Христово живих, вони будуть змінені, а прежде воскреснуть мертвые, і так на встретіння нашому Господу будем восхищені на облаках. Пусть Господь сьогодні вдохновить все наше собрання, дабы нам возвіщати Йому сердечную славу, потому що Він єдиний, Він тот, котрий достоїн слави. Ви чули, вчора браття припоминали, коли той хромий сидів, коли він ждав милості, но коли апостол Петро і Іоанн йшли в храм, і коли апостол Петро каже, ми не маємо золота, ми не маємо срібра, но що маємо, то даємо тобі. Во ім'я Ісуса Христа встань на ноги твої і ходи. І він скочив, почав ходити, за що слава Богу. І люди стали говорити, і апостол Петро говорить такі слова. Я прочитую це в Діяннях святих апостолів, де Дух Святий дарував велику силу, побіду, воскресенням Ісуса Христа. Он зділав велике чудо, тому що ми читаємо такі слова в 10 вірші 4 глави. «Но да буде ізвісно всім вам і всьому народу ізраїльському, що іменем Ісуса Христа Назарея, котрого ви розп'яли, котрого Бог воскресили з мертвих, ім поставлен Он пред вами здрав. Он є камінь, пренебрежений вами, жиждущими, но зділавшися головою угла, і нет ні в ком іном спасіння. Ібо нет другого імені под небом даного чоловіка, котрим надлежало би нам спастись». От так, брати і сестри, апостоли, починає своє движення, починає свій путь, свій труд, вони в силі Святого Духа звершали свій путь. Ми також сьогодні, вже довгий час пройшов, вже 2000 років тому, але Церква Христова, вона має силу, вона має власть, тому що даровано їй від нашого Господа. «Все даю вам власть, наступати на всякою вражою силу». Брати і сестри, сьогодні ця вража сила, вона хоче подолати церкву, але врата ада не одоліють церкву, тому що вона основана на Ісусі Христі. Браття і сестри, хай Господь вдохновить нас, дорогі дітки, дорога молодь,
Ми зараз склоняємо коліна наші і прославимо вічного Господа, який дарував нам силу, дарував нам побіду. Дякуйте нашому Господу за ваших батьків. Дякуйте за здоров'я, дякуйте за життя. І будемо молитися за тих, які не мають того здоров'я. Друзі, дорогі, коли ми були з братом Іваном Лацем в Монтверні, ми бачили ту дитинку, якій 12 років. І вона, бідна, сиділа на ліжку, всі апарати приключені, вона чекає милості. Браття і сестри, помолимося і за неї, помолимося і за остальних больних. Хай Дух Святий укріпить віру нашого народу, і хай сила Святого Духа, вона дійствує і сьогодні в нас, в Церкві Христовій. Склоняємося, йому слава, амінь. Алілуя, алілуя тобі, благословенно твоє ім'я, наш великий добрий Господь. Я щиро, сердечно дякую тобі, моєму великому пастору Ісусу Христу. Я благодарю тебе, Ісус, я величаю ім'я твоє, тому що ти є Бог правди, ти є сильний Господь. Алілуя, слава тобі. Допоможи нам сьогодні, в цей ранок, тебе прославити, тебе возвеличити, єдиного Бога і Ісуса Христа. І хай буде честь і слава тобі, дорогому нашому Спасителю. Нині, Господи, в цей дарований день, коли народ твій зібрався в такому гарному числі, я благословляю їх, я тобі дякую, я тебе славлю, моєго вічного Бога і Ісуса Христа. А ти прибудь, Господи, з нами, і оберігай землю, оберігай народ, на віру пошли, жажду пошли, Господь, тебе прославити, вічного Бога і Ісуса Христа. Алілуя, алілуя тобі, слава тобі, Господь. І нині в цей дарований день укріпи наших братів і дай побіду і силу. Алілуя, я прославляю тебе, чудного Бога і Спасителя Ісуса Христа. А ти нас у багатовірі, в любові, в благодаті твоїй, Господь, і наверни в церкву твою наших молодих братів і сестер. Хай буде віра жива, хай надія буде жива, Господь. Хай ти будеш прославлений, великий Бог, великий цар. Алілуя, алілуя тобі, слава тобі. Помилуй твій народ, благослови, Господь. І хай духовіння твоє, хай прийде сила твоя, благодать твоя, Христова, укріпляюча віру твого народу. І дай подякувати тобі, слава тобі, слава тобі, алілуя. Боже, помилуй, благослови, Господь. Укріпи народ вірою і силою твоєю. І хай буде ім'я твоє вогляд і благословенна. Ти нас, Господи, укріпив в вірі і допоможи нам всеціло бути вкраденими і вірними тобі, алілуя. Господи, умножу нас желання добиратися сили Духа Святого. І хай буде чудна твоя благословенна рука. Алілуя, ліха, парамін, алілуя. Ісполни народ віри, ісполни сили Духа Святого, Господь. І хай прийде милость твоя, любов твоя і благодать твоя. Алілуя. Алілуя, слава тобі. Благословенно ім'я Твоє, наш великий добрий Господь. Сьогодні другий день, Боже, цього свята. Ми, Господи, дякуємо Тобі за весь народ, який є присутній сьогодні. Я радуюсь тому, що народ Твій прийшов, що народ наповнив дом цей, Господь. Алілуя Тобі, слава Тобі. Ми проповідували, ми ще будемо, браття наші, проповідувати. Але я бажав би, Господи, щоб Твоя сила Духа Святого прийшла по наших рядах, благословила Твій народ, благословила діток наших, підростків наших. Алілуя, слава Тобі. Ти бачиш, Господи, наші упадки іноді. Ми так нуждаємося в Твоїй силі. Ми так нуждаємося, Господи, в ісполненні Святого Духа. Алілуя, слава Тобі. Благослови наше собрання. Благослови братів мої, благослови співаючих, Господь, братів. Хай буде віра наша укріпляючася, і ми тебе прославимо, живого Бога. Я, Господі, також просив народ, даби ми помолилися за ту дівчинку, якій так мало, 12 років, а вона вже в такій болезні, Господь. Вона чекає милості, за неї браття моляться, возлагають руки, мажуть єлеєм, Господь, дай у неї віру живу. А їй сили во ім'я Твоє, Господь, даби ця мама була рада, що в неї така дочка стала здорова. І стальних больних благослови, Господь. Я також молю Тебе, благослови тих юношів і тих сестричок, які не хочуть іти в собрання, якими, Господи, переживання батьків. Я молю Тебе, Господь, защити і благослови, і приведи в собрання, і дай народу Твоєму живу віру.
Хай ім'я Твоє буде прославлено нашого чудного Господа. Це все собрання ми передаємо в Твої руки, а Тобі, нашому Господу, хай буде вічна слава по віки. Амінь. Всі разом будемо співати псалом «У гробі Він лежав, Христос Спаситель». Ми хочемо поучаствувати, будь ласка, Радік, хай Бог благословить, заспівають пісню і два стишка розкажуть. Папа с мамой мне однажды рассказали о кресте, о его страданиях страшных, как он умер на кресте. Умер он, так было нужно, чтобы жизнь нам подарить, не сказав врагам ни слова, продолжая их любить. Но прошло 3 дня, и вскоре он из гроба сам восстал, и спасение навеки всем живущим даровал.
Может, эта весть сегодня вам покажется смешной? Кто-то скажет, это сказка, кто-то скажет, звук пустой. Ну, а если кто поверит, например, как верю я, то Иисус всем обещает место в небе навсегда. Пасху радостно встречаем и поем «Христос воскрес!» Мы все дружно отвечаем «Он воистину воскрес!» Чередой проходят годы по лазурностью небес, и везде поют народы «Он воистину воскрес!» Всюду радость и объятия, брат, сестра, Христос воскрес! Ад разрушен, нет проклятия, Он воистину воскрес! Чудную и красоту вижу, как просыпается мир, и как будто в природе мир. Ныне радостный день торжества, и природа ликует вся, ведь свершилось чудо чудес, ныне наш Спаситель воскрес. Вон как птички поют небеса, все величит и славит Творца, пусть и наши ликуют сердца. Ныне радостный день торжества, и природа ликует вся, ведь свершилось чудо чудес, ныне наш Спаситель воскрес. Церкові Ісуса Христа, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! 1 Коринфянам 15 глава, 55 стишок. Смерть, где твоє жало? Ад, где твоя победа? Потому что смерть и узы не могли одержать Ісуса Христа. Но Він воскрес, за що скажемо слава Богу. Читаю перше місце, буде Луки, 24 глава, перший стишок і нижче. В перший же день неділі, очень рано, неся приготовлені аромати, прийшли вони ко гробу, і вместе з ними некоторі другі, но знайшли камінь отвален от гроба, і войдяне знайшли тіло Господа Ісуса. Когда же не доумевали они о сём, вдруг пристали пред ними два мужа в одеждах блистающих.
И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказал ли им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее. И другое место, которое я хотел зачитать, это будет Иоанна, 20 глава, 13 стишок и нищ. И он говорит ей, жена, что ты плачешь? Говорит им, унесли Господа моего, и не знаю, где положили его. Сказав сие, обратилась назад, и увидев Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, жена, что ты плачешь? Кого ищешь? До цього місця. Друге місце, яке я зачитав. Марія прийшла до гробу. Вона іще Ісуса Христа. І вона, як вона йшла до цього гробу, вона знала, що Він там є, що в своє время вона була на тому місці, коли вони його туди ложили. Але як вона другий раз прийшла, вона там Ісуса Христа не знайшла. І в сльозах плаче, стоїть, не знає, що вона очікала там. Но вдруг голос звучить до неї і каже, кого ти іщеш? І сьогодні цей самий вопрос звучить до нас, кого ми іщемо? І перше откровення, перша глава, написані такі слова. И он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в славе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и се жив и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. І імею ключі ада і смерті. Колись в своє время Йоанн побачив Господа Ісуса Христа у всій славі Його на тому острові Патмос. Коли це видіння відкрив йому Ісус Христос. Того Ісуса Христа ми сьогодні іщемо, котрий був мертв, но ще жив у веки віков. Марія, кого ти іщеш? Вона знала, кого вона іщить. Вона знала, кого вона іщить. Вона не раз зустрічалася з ним. І в цьому самому, і це саме вопрос звучить до нас, кого ми іщемо. Вспомнимо, як Ісус однажды відкрився нам, як Він нам явився нашим Спасителем, ходатаєм нашим, як часто бували в нас ті проблеми, але Ісус був радом. Кого ми сьогодні іщемо? Що ми вибрали, чи Ісуса, чи щось інше? Ми сьогодні добре зробили, що прийняли це місце. Друге місце, яке я зачитав, де вопрос стоїть до жінок, які прийшли, і каже, що ви іщете живого серед мертвих? Чого ви іщете живого серед мертвих? Вспомнимо, коли перші рази, коли Бог посіщав нас, в якому ми стані були, як ми усього могли відказатися і так легко відказатися? А сьогодні порою буває тяжче. Порою буває тяжче. І однажды Марія в своє время, вона знала, куди вона йде. Вона йшла в той дом, де був Ісус Христос. Де вона могла отримати своє ісцеління. Вона прийшла і сльозами своїми у ніг Христа плакала, а волосами отирала ноги його. І вона знала, що там вона получить ісцеління своє. Вспомнимо четверо, які принесли із розслабленого до Ісуса Христа. А чому вони іменно там іскали Ісуса Христа? Ібо Біблія нас учить, що було слышно, що на тому місці є Ісус Христос. А якщо на тому місці був Ісус Христос,
то вони на правильне місце прийшло. Вони на правильному місці шукали ісцеління. Вони на правильному місці шукали допомогу. А сьогодні на якому місці ми шукаємо Ісуса Христа? Чи ми, можливо, прийшли на це місце, а далеко від цього місця? Може, наші думки десь в інших місцях? Но де ми сьогодні шукаємо Ісуса Христа? Давайте зайдемо на Голгофу, як одна пісня говорить. Зайдемо на Голгофу, мой брат. І там ми побачимо той славний образ Ісуса Христа, який пролив свою кров за нас. Він взяв цей терновий вінець за тебе і за мене, щоб я і ти міг отримати той славний вінець, який він дасть нам в своє время, якщо ми з вірою довершимо. І останнє місце, яке я хотів би зачитати, це апостол Павел говорить до філіппійцям, почому він іще Ісуса Христа, щоб познати Його силу Його і силу воскресіння Його, і участі в страданнях Його, сообразує смерті Його, щоб достигнути воскресіння мертвих. Апостол Павел в другому місці говорить, біг я свій закінчив, а теперечко готовиться мені вінець. Він знав, чому він біжить. Він знав, він іскав ту силу воскресіння Ісуса Христа. І в цей пасхальний день давайте ми будемо іскати ту силу воскресіння Ісуса Христа. Однажды Ісус Христос промовив до своїх учнів і каже, я желаю їсти Пасху з вами. І сьогодні ті слова не змінилися. І давайте, щоб наше желання було не те, щоб просто почути у цих словах про пасхальні слова, але щоб ми разом з Ісусом Христом мали цю вечерю, їли цю Пасху, переживали благодать Божу, даби Бог в обільній благодаті своїй посвятив кожного із нас, і даби ми в своєму серці пережили це воскресіння і цю силу воскресіння Його. Йому за все хай буде слава. Амінь. Я попрошу всіх встати. Заспіваємо. В домовині немає Христа. Oh, yeah.
сьогодні у нас в гостях, я бачу, друзі є, Цибуленки з Сакраменто. Страна... Тамара розкаже вірш. Будь ласка, Тамара, хай Бог благословить тебе. Володя, якщо маєш, може, яке слово теж поділитися, хай Бог благословить. Иерусалим – единственный город во всем мире, избранный Богом. Город, служащий пророком всему миру. Не столица мира, нет, но судьбы его от него исходят. Где вы найдете еще город, где было бы пролито столько праведной крови? Где еще есть город, где было бы вознесено столько молитв Богу? В каком еще городе было явлено столько чудес? Город, столько раз разрушаемый и созидаемый. Город благословений, город милости Господней. Пятница. Еще одно самое необычное, самое неслыханное дело совершилось сегодня в этом городе. Сын Божий, Бог во плоти, распят на кресте. Этот старинный город еще не видел такого дня, такого события. На этот город святынь, город, на котором печать милости Божией, сам добровольно совершил это злодейство. Как гром, как грохот всегда недовольного моря пронеслись слова: «Распни его! Распни его!» Кого это распять хочешь ты, Иерусалим, царя ли твоего? Не того ли, кто собирал детей твоих, как птица птенцов под крылья свои? Не того ли, кому неделю назад ты так восторженно кричал свое самое громкое: «Осана! Распни его! Не хотим его!» Суббота. День, когда безмятежным покоем наполняется святой город Иерусалим. Когда все жители спокойно отдыхают, ибо сам Бог охраняет покой их. Сегодня на улицах тоже тишина. Не слышно даже шагов проходящих. Все, кажется, покоится. Спокоен Каяфа, спокоен Анна, спокоен Синедрион, спокойно зло. Нет того, кто постоянно нарушал покой их. Надежна охрана у гроба его. Вот только несколько домов неспокойны. Здесь можно увидеть безутешные слезы. Здесь можно увидеть печальные лица. Здесь можно встретить глубоко скорбящие сердца. Неспокойна мать Иисуса. Оружие прошло ей душу, и холодным железом леденит ей сердце. Неспокойна Мария Магдалина, некому понять ее слез и рыданий. Нет того, кто так много простил ей. Неспокойный Петр, день и ночь льются слезы из глаз его. Нет сна ему, слезы стали хлебом его. Нет того, кто прекратил бы эти потоки слез. Неспокоен Иоанн, к чьей груди преклонит он теперь голову свою? Неспокойна еще горсточка друзей, неспокойно стадо без пастыря. Воскресение. За что дано тебе, Иерусалим, такое прекрасное утро? Почему в тебе, преступный город, сегодня так благоухают сады? Голоса птиц слились тебе сегодня в особенно чудном сочетании звуков. Почему так ласково смотрит на тебя взошедшее солнышко? В тебе, Иерусалим,
совершилось еще одно самое дивное чудо. Благодать Божья дана тебе, Иерусалим, чтоб и ты мог жить. Торжествуй, земля Иерусалимская, воспевай осана Богу твоему. Нет, не радуется ослепленный Иерусалим, не поет песнь народ Божий. Каяфа снова неспокоен, Синедрион снова в страхе. Для Иерусалима нужен был мертвый Иисус, но его украли. Для всего мира жив Христос, жив Спаситель, а для Иерусалима нет Христа в живых. Все вы, радующиеся в Иерусалиме, идите в Галилею, там ваша радость. Мария, иди, там ты увидишь сына своего. Магдалина, беги в Галилею, там ты снова сможешь припасть к ногам живого учителя твоего. Петр, спеши в Галилею, там у вод Генесарецкого озера Иисус даст тебе такую силу любви, которая поведет тебя за ним на крест. Иоанн, здесь, в Иерусалиме, ты найдешь только пустой гроб. Спеши в Галилею, там вновь твоя голова склонится на грудь Иисуса. Все вы, потерявшие друга, идите в Галилею, там ваша радость. А сей дом ныне оставляется пуст. О, Иерусалим, Иерусалим! О, Вышний Иерусалим! Город, построенный Богом, не столица мира, нет, но судьбы его от него исходят. Город, где все будет чудно, город, где никогда не будет литься кровь, ни даже слезы. Город надежд, город чаяния сердец. Город, где дух человека навсегда соединится с Духом Божиим. Город святой, святые наследуют тебя. О, город великого царя, кто был мертв, но вот он жив, воскресшие с ним наследуют тебя. Аминь. Спеваем псалом, браты и сестры. Чудная повесть святая, серцу дороже всего. Аллилуйя. Я не думаю, що кожна душа, що знаходиться у цьому місці, спокійно могла слухати ці слова. Без торжества в душі. Аллилуйя. А на очі сльози навертаються, ібо це чудная повесть. Это воскресение, это наше оправдание, это явлена сила божественна, и она так чудно в повествовании рассказана для нас. Это милость Господня. И мы прославим того, кто воскрес, ибо Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Аллилуйя. Чье сердце уныло сегодня, дорогой друг, иди в Галилею, Ава, Отче, с верою живою, дорогие мои. Может, кто-то находится в подобном положении Петра, дорогие мои. Он чекає тебе на березі моря. Алілуя. І цей берег моря сьогодні для тебе на цьому місці. Амінь. Алілуя. І тому, дорога душа, спіши к ногам йому. І я призиваю во всіх, Ава, Отче, давайте піднімемося і підемо в молитві до нього. Алілуя. Ібо благодать Господня посітила наслєдє Бога нашого. Ремене вереглаудес. Алілуя. Аллилуйя, рамене вербене грейдес, крамине рудера балабалабала глауде. Аллилуйя, рамене вербене глаудес, ибо то Дух Святой. Это благословение Сына Божия, рамене вербене глаудес, которого желал, рамене вербене глаудес, коснуться сердец народа Божия, рамене вербене глаудес. Аллилуйя, рамене рудас, крамене вербене глаудес, ибо то дороже всего, рамене гейдес, крамен, армине грундес, крамен,
Бара 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 Глауда, Карамана Барбара Гройда, Скрамина Рида Уда Скибер Фраманауда. Аллилуйя! Слава! Слава воскресшему! Слава воскресшему Романа Глауда! Слава Романа Барбара Гройда Скибер Фрамана Глауда. Аллилуйя! Романа Барбара Глауда Скибер Крамена Барабана Глауда Скибит, Рамина Руда Рабана Глауда, Господи, хвала, хвала, хвала Тебе, Рамина Руда Ребеле Гейда, Заминь, Орбеле Гейда, Скрамана Барбара Руда Ребеле Гейда, Крамена Барбара Руда Ребеле Гута Скибит, Крамана Барабана Глауда Скемен, Крамана Барбара Рай Рай Рай, Фрамена Барабана Эйзимен, Gite skibitu rabata rabala bala bala glaude skemen Gramanda skrebe lerbeize skimin Paramana barbara raide skremene gaide sibo Erbile gluda skamana barabala glaude Kada tajstvo svetova duha Bože blagodati gremene bara glaude Dabi sila Božija ramana glaude Kosnula serce každova ramana bara glaude Aliluja ramana glaude skibir ramana glaude Dabi umaljonnoje smironnoje сердце Романа Глауда было напоя его силою Святого Духа и присутствием вечного Романа Барабана Глауда. Аллилуйя, Романа Глауда, да вы были рассеяны все сомнения Романа Глауда, ибо жив Романа Барабана Глауда Скемен. Аллилуйя, слава, слава тебе! Слава тебе, Иисус, слава тебе, Рабера Береглауда Скибит, ибо это милость от Господа, это благодать Духа жизни, Грамана Глауда, который Грамана Глауда Скибит, Фрамина Руда Рабана Глауда. Аллилуйя, слава, слава тебе, Дух Святой, ибо ты принес эту весть, Грамана Балаглауда, у сердца наши, али Грамана Гейда Скибит, Фраманауда, Грамана Фермана Глейда Скибит, Урамана Балаглауда, Кармана Балаглауда, Гейде скимин фрамине ирбире гутарата рамана барбас крамана бена бена глауда и в этой радости нет предела рамана глауда аллилуйя к совершенству народа Божия аминь аллилуйя слава 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 воскресшему слава рамана ауда скимин Господи кер фрамина гаудес близко к тебе, народ мой, крамина халбеде клайтес, только прикасайся с верою, крамина албеде чене, ибо есть Бог живой, крамина албеде клайтес, и если откроешь пошире сердце свое, ребеде клайтес, я войду и обитель мою сотворю, крамина клайтес, и разделю вечер радости моей, крамина клайтес, и я дам перемену в нужде твоей, крамина албеде чене, ибо я вижу в нужде народ мой, крамина халбеде чене, который зовет ко мне, крыбедечене, а я хочу стать Богом отвечающим, рыбедекладис, по жалобе народа моего, ремина халбедекладис, я хочу встречу иметь с тобой, народ мой, рыбедекенту, рыбедекладис, только прикасайся с верою, крыбедекалбен, ибо есть Бог живой, крыбедекладис, и не в букве мое служение, но в духе и в силе Святого Духа, крыбедекалбенес, и я хочу обновлять его, рыбедекладис, и я хочу на стол мой подавать себе свежий илей, крамина албедес, дабы народ прикасался с верою, дабы шел путь обновленный, вдохновленный, крамина албедечене, дабы пошел получал прибыль в душу свою, роману скенту, ребедекладес, и так, народ мой, воздорожись тем временем, который я посылаю тебе, рамина тайна, и делай запас для души твоей, дабы она была сыта, крамина чене, дабы ты и другим рассказал, как чуден Господь в делах своих, роману скенту, ребедекладис, ибо велико смотрит на тебе сей народ, окружающий тебя, ламанту хремена гейсу, ребедетайна, и так подними выжи светильник свой, и пройди по всему народу, хребедеалбедечене, и мое светило, оно светит, каламаночене, и те, которые во тьме, мне придут и поклонятся имени моему, ламанту хременечене, ибо не напрасны труды твои на сём месте, каламан учение, каламан элбедечение, а призываю к тому,
доби Ермену штайдес, і ще многі прийшли і поклонились імені моєму. Амінь, алілуя. Рамен, гарман да скибет фремена гайдес кромене главдас. Боже, благодарю тебе, армена гайдес кромене ворбала лоляс кемен фрамен да скибет аудес кемен фремена главдас. Господи, хвала Романа Варвара Гройзен, перемена гейдес кимин фрамина рудара бала глаудес. Аллилуйя, 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 Романа гебет фрамана бала бала глаудес. Господь, совершай дело Твое, Романа Удес, у каждом сердце, обращая сердца народа к Романа Глаудес, на истинные пути правды, Ремена Бербера Граудес, Ремена Граудес, дабы силою Твоею, Ремена Граудес, был водимый Духом Святым народ, наследие Твое, Романа Барабара Граудес, Армена Лейзес, кибит к Романа Барбара, Руда Ремена Граудес, кемен, гондес кибит у Рабала Бала Бала Лай Лай Лай, Ремена Бера Граудес, и Рамуна Вурбела Граудес, Раудас, крамина вирасида, ребелес, кремер глаудас, ибо ребераудас, кремер, ребер глаудас, там, где простота, там, где место святому, ремана бала глаудас, там пребывание престола Божия, ремана бала бала глаудас, аллилуйя, ремана глаудас, пользуйся временем, ремана глаудас, кибет фрамина руда на бала глаудас, кемер фрамен, а ремана бала бала лайсите, кремер фрамана бала удас, аллилуйя, аллилуйя, я рамена вербена глаудас, и в этом мир, 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 рамена глаудас, для народа Божия спасение, рамена глаудас, аллилуйя, рамена руда, рамена бала бала глаудас, кемен, грой сита грандас, рамена вербена глаудас, кемен, аллилуйя, да будет ликование в душе, рамена глаудас, где сила Божия, рамена бала глаудас, кемен, аллилуйя, ремес, рамена глаудас, Господь, наполняй сердца Духом Святым и радостью неба, и полную совершенную победу, Ермана Граудес. Боже мой, Кремена Удес, я нуждаюсь в тебе. Благослови мой дух, Кремена Граудес. Аллилуйя, да сойдет сила твоя, Романа Граудес. Аллилуйя, Ремена Граудес, и мой желаю, дабы мудрость твоя и проявление силы твоей, Кремена Граудес. А Ремена Граудес, подтверждение слова, вести о спасении, вести о воскресении. Ремена Граудес, сопровождало твой народ, Рамина Кремена Граудес. Комен, комен, Кремена Граудес, кибету пара Граудес, фурмина ситера, Ремена Бела Граудес, Аргис Крамана, Варгус Крик, Айдес Кумпара Враудес, Аллилуйя, Ремена Бела Граудес, Кемен Гамен, Господи, хвала Тебе, слава Тебе, Иисус, Ава Отче, Ава Отче, Аллилуйя, Господи Боже, я благодарю Тебе, Господь Иисус, що Ти возжелав, Господь, Боже, щоб народ Твой мав встречу з Тобою на цьому місці, Боже мой, ібо там, де простота, там, де смирення, аргес храманауда, прибивання, Твоє святое, амінь, хвала Тобі, Христос Господь, ібо Ти являєш милость народу Твоєму, Христос, Боже мой, ібо, Господь, благословення Твоє в Слові Твоєм для нас, Господи, котре благовествується для нас, слава Тобі, Христос, слава Тобі, Господь, ібо Дух Святой принес нам весть у наше серце, у наше єстество, благодать Твоя, Романа Аудас, о воскресенье Сина Божия, о оправданні надії, на тебе, Романа Глаудес, хвала тобі, слава тобі, Ісусу, Боже мой, і ми вспоминаємо, Господь, той момент, Господи, ти восстал із гроба, Господи, Боже мой, і ця повість, ця чудна повість, Господь Ісус, і ми вспоминаємо той день, Романа Глаудес, коли наповнив нас Дух Святой, амінь, алілуя, коли благодать твоя вошла во внутрость нашу, Романа Глаудес, де були розв'яні всі сомнення, Рамина Грума Фраудес, Господи, Боже мой, і сила Твоя прийшла, і благодать, і весь милості Твоєї. Хвала Тобі, слава Тобі, Боже, за це собрання. Слава Тобі, що Ти посітив народ Твій, Романа Глауда. Слава Тобі, що Ти среди нас, Романа Глауда. І труд народа Твого вопію щодо Тебе не напрасен. Це возвіщає Дух Святой. Амінь. Хвала Тобі. Слава Тобі, Господь. Ти укріпляєш нашу віру. Ти укріпляєш наші руки, Романа Глауда, даби труд совершати во ім'я Твоє. Ібо все
во власті Твоєй, амінь. Благослови Твой народ, ремене граудес кімін, ава отче. Боже, одділи всякою примість, крама раудес, во ім'я Ісуса, Боже мой, одділи все нечистоє, рабалабала глаудес, дабы прийшла чистота і святость в наслєдя в церкву Твою, рамана глаудес, і огриду граду, рамана глаудес, восстанови розрушеної, амінь. Аргес, кремене бере глаудет. Алілуя, рамене бере глаудет. Господи Боже мій, да милость Твоя, да не отступить, Господь, а благодать Твоя обновить серця народа Твої, Господь, даби кожна душа прийшла в совершенство, ібо Ти до цього зготуєш народ Твій, бо тому що Ти скоро грядеш. Благослови надальше і устрой це собрання во ім'я Ісуса. Тобі хвала, Тобі честь і слава, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Алілуя. А вірвічі знай пащаніце, Син Божий свят был за Христа. Слава нашому Господу, браті і сестри. Я думаю, що ви вже прямо другий день. І як виходить проповідник, то ви вже знаєте, що він буде вітати. Отим вітанням, які перше сказали ангели, і ми тільки що проспівали, що він воскрес, його немає.
браті і сестри, але ж написано є так, що служення различне. А Бог один і тот же, і дійство различне, а Дух один і тот же. Якщо, браті і сестри, ви чекаєте, щоб я привітав вас, то я хочу сьогодні, щоб ви привітали так, якби мене. Давайте так зробимо. Привітайте мене, встаньте і скажіть, ви ж вірите, що Він воскрес? Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Алілуя! Алілуя! Він живий, браті і сестри! Він живий! І Він сьогодні говорить до нас, говорить до мого серця, до вашого. Ви знаєте, я вчора так хотів одного брата подякувати, і кажу, дякую тобі, а він каже, за що? За те, що я воскрес із мертвих. Ви знаєте, що не тільки Христос воскрес, а ми воскресли. Якщо воскресли со Христом, то шукайте город Його. Алілуя. Браті і сестри, я читаю коротенько, бо ще браття будуть. Ви знаєте, що хочеться дещо нагадати із такої, можна сказати, новозавітньої, хоча вона в Старому Завіті написана, 53 глава Ісаїї, ми її знаємо, певно, що багатьох ми можемо повторити на пам'ять ці слова, тому що Ісаїя провозглашає такі слова в першому вже, хто повірив слишаному от нас, хто повірив? Браті і сестри, йшли жінки, йшли сторожа, сторожі йшли, почти разом йшли в Єрусалім, в город. І ті говорили, що він воскрес, бо ж ангели їм явились. А сторожі, може, сторожі й не бачили ангелів. Ну, вони говорили, бо вони ще більше, вони бачили все, як відбувалося. Написано, що все вони первосвященникам сказали. Одні повірили жінкам. Те, що ангели сказали, і далі, а інші повірили сторожам, які були научені сказати неправду. Скажіть, коли ми спали, то учеників вкрали. Браті і сестри, я на собі провірив, на собі. Я сторожив, і я заснув. Сторожив я не за себе, за батька. І я заснув, а велосипед лежав біля мене, як я проснувся. Велосипеда нема? Нема велосипеда. Ну, откуда я можу знати, якщо я спав таким сном, і хтось прийшов, забрав, ну, звісно, потім віддали, це спеціально так зробили. Якщо я сплю, то я не можу бачити, хто прийшов, хто вкрав, як це відбувалося. Вони все бачили, але за гроші. І написано, що і пронеслось те слово, де в Іудеї до сьогодні, браті і сестри, але по всьому міру пронеслось те слово, що він воскрес. Алілуя! По всьому міру до краю в землі пронеслося істинне слово, що він воскрес. І теж до сьогоднішнього дня. І далі, браті і сестри, воно пронесеться, аж доки він прийде, будуть возвіщати, що він воскрес, що він є живий і що він є грядущий во ім'я Господнє. Хто сей? Ми буквально в пальмову неділю чули такі слова, що народ спрашували, хто же сей на ослі?
на ослиці. Сині, на ослі сині под Яремної. Хто сей? Люди не могли знати, що, кому така слава. Почому так величають навіть маленькі діти? Ми сьогодні чули, браті і сестри, і вчора чули таких маленьких. Хто сей? Сіє Ісус із Назарета Іудейського. Сіє Син Божий. Браті і сестри, і йому нехай буде слава. Але я читаю, браті і сестри, такі стихи із 53 глави. Тут теж є знак питання. І 8 стих. От ус і суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, и из-за преступления народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатому, потому что не сделал греха, и не было лести, лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. Браті і сестри, чи ви вірите те, що Христос, коли звершив ту жертву милостивлення, то Він вже нас бачив. Сьогодні Він бачив нас, зібраних, браті і сестри, в цьому домі. Когда же принесет жертву милостивлення, душа його узрит потомство довговічне. Наскільки блаженними, браті і сестри, сьогодні, наскільки ми не можемо навіть, ви знаєте, що те, що чекає нас, то так, як через тускле стекло гадательно. Але те, що ми бачимо, і коли зрівнювати з тими людьми, які не бачать зовсім, і які не знають, і які не вкусили, як благ Господь, то наскільки ми щасливі люди. Пам'ятаємо про це, браті і сестри. Ви знаєте, він так незаметно, отак, як до тих двох учнів, які йшли в Емаус. І він так от і став разом. І откуда? Де взявся третій спутник? Де він взявся? І питає, о чому ви розсуждаєте? Два питання задав. І чого ви печальні? Ви знаєте, вже в той час, вже то було, ну, день проходив, до вечора. І вже цілий день Христос воскресший, живий і являється. А вони печальні. А чому, браті і сестри? А тому, що от, каже, третій день, як все то було, і все. Ну, але жінки наші ходили. І вони бачили явлення ангелів. І потім, каже, деякі з наших пішли, провірили і теж, но його не виділи. Браті і сестри, но його не виділи. І потому лиця печальне. А хіба ти не знаєш? А хіба ти один із пришедших, що ти не знаєш, що то случилося? Сильний в ділі і в слові пророк. І його взяли, і пригвоздили, і от вже, каже, третій день, як все це було. Браті і сестри, третє тисячоліття вже, а правда Божа продовжається. Іов ще десь за 1900 років до нашої ери сказав такі слова. Каже, а я знаю, Іскупитель мой жив. Алілуя.
и мои глаза, не глаза другого, увидят Его. И Он восстановит, говорит, всю распадающую кожу мою, Він восстановит, и я, говорит, узрю Его сам, аллилуйя. Я узрю Його сам, браті і сестри, і ми побачимо Його самі, побачимо в тій славі. І Іоанн, як побачив, Іоаннове було в це відкрито. І він побачив і описав Його. Він каже, я пал к ногам Його, як мертвий. І він каже, положив на мене десницю свою і сказав, не бойся. Я був мертв, но ще жив і жив во веки віков. Браті і сестри, чому він називається первенець із мертвих? А тому що ті, які воскрешали, і навіть той Лазар, і інший, і перед ним, вони знову помирали. А Христос, як воскрес, він вже не помирав. І не прийде знову помирати, браті і сестри, а знову прийде, щоб взяти своїх від землі. Нехай йому буде слава навіки. Амінь. Я попрошу всіх встати для загального співу. Брати просили заспівати псалом «Церква, ти жива», я, ви знаєте, нема слів, так що вибачайте. А будемо співати «Христос воскрес, Христос воскрес». Христос воскрес!
Слава Богу, браті, сестри. Слава Богу. Я благодарен братьям и прошу прощения, конечно, что я не есть такой, знаете, уже знаменитостью, чтобы можно, знаете, братьев кого-то может попросить или уступить место, чтобы... Я знаю, братья уже готовились, возможно, кто-то или кого-то назначил. Но я благодарен братьям, что мне уделили хоть немножко места для того, чтобы я мог поделиться с вами Словом Божьим. И я хочу, как бы, ну, пользуясь вот этим моментом, этим прекрасным днем, который мы имеем сегодня, день воскресения, хочу вас приветствовать вот этим праздником «Христос воскрес». Христос воскрес. Христос воскрес. Но я не знаю, почему, ну, вот я не вникал в это, ну, не искал место Писания, не вникал, думаю, ну, почему три раза говорят? Ну, можно раз сказать, и Христос будет воскрешен в твое сердце, а можно и 10 сказать, и Он никогда не воскреснет у тебя. Ну, почему-то, может, традиция какая-то, может, от того, что, ну, как Святая Троица, откуда пошло, что начали мы, вот славяне три раза начали говорить, что Христос воскрес. Братья и сестры, пускай будет и так, мы не будем ничего, не имеем против того, кто раз сказал, не имеем против того, кто три сказал. Но знаете, Господь есть, Он есть Бог, Бог устройства. И я хочу сегодня, знаете, как мы уже много слышали, это уже второй день, когда мы вспоминаем воскресение Иисуса Христа. И много мы слышали об воскресении, об этом прекрасном дне. Но я хотел бы сегодня чуть-чуть, как бы немножко возвратить нас, возвратить наши помышления, наши размышления. Вот передо мной молодой брат сказал, знаете, вот говорил за Марию. И я хочу вот перед тем, как говорить, вам такой маленький вопрос задать. Он не будет сложным, его очень легко, но много может быть ответов на него. Скажите, почему Мария не узнала Иисуса Христа? Ну, молчим. Значит, кто-то имеет ответы. Но я понимаю, что много сказать. Можно сказать, было еще темно, возможно. Возможно, она была как-то занята чем-то. Но для себя, я для себя нашел, знаете, такой один, ну, простой ответ. Возможно, он будет и приемлемый для нас. Знаете, во-первых, можно было бы сказать, Мария, ты не того искала и не там искала. Вы скажете, как не того, да? Представьте себе, братья и сестры, несколько, ну, возможно, ну, сколько там, день назад или сколько, ну, понимали, это Мария смотрела, когда Иисуса распинали, когда Он был положен туда, в гробницу, и в ее разуме остался вот этот Иисус. Какой? Избитый, окровавленный, где-то там в гробнице положенный. И она шла с вот этим желанием, чтобы его увидеть, такого, как он есть, такой, как он остался в ее помышлении. И вдруг она поворачивает голову, стоит человек перед нею. Стоит человек и говорит, Мария. Вот тогда только она узнала о нем. Но давайте теперь обратно, как я сказал, немножко вернемся назад. Вот эти несколько дней, и возьмем последние часы жизни Иисуса Христа перед своей смертью. Знаете, написано, что когда Он молился в Гефсиманском саду, молился усердно, и написано, что когда Он молился, ангел являлся и укреплял Его. Ну вот давайте чуть-чуть дальше пройдем, когда вот уже Иуда появляется. Что тогда? Ангелы ушли, небо закрылось. Иисус остался сам. И говорит потом, перед этим говорит до Петра, Петр каже, разве я не мог бы умолить Отца? И он послал бы там легионы ангелов, чтобы заступить, но на данный момент небо закрылось. Ангелы ушли, остался Иисус один. И вот этот промежуток времени, и вот этот, как бы, вот этот последний отрезок жизни он должен был пройти, братья и сестры. Я не думаю, что ему было легче перед вот этот промежуток, чем было раньше. Но он остался один. И мы порой, знаете, когда вот бывает очень тяжело, или какие-то проблемы, или что, мы их просим, Господи, облегчи, или страдания облегчи, Господи, или выйди навстречу, помоги. Пост, молитва, молимся перед Господом, а Иисус остался один. И вот этот промежуток, и он понимал, что если он не пройдет ее сам, и потом он говорит, Отче, даже в молитве своей, если возможно, потому что он понимал, что ждет его,
Он понимал и он знал, что ждет его. Он говорит, если возможно, доминует меня чаша сия, доминует чаша сия, но, кажет, да будет воля твоя, и на этот час, на это время я пришел. Знаете, я вспоминаю один какой-то рассказ. В одном, как это было где-то послевоенные годы, где-то в Норвегии там, и был, ну, болезнь сильно пошла, тиф болезнь. И в то время еще не было врачей, не было тех, которые можно было бы вылечить или там убить эту болезнь. Ну, одна деревня, одна небольшая деревня, а там была церковь в них, они были как бы набожные люди. Они ходили постоянно в ту церковь, ходили перед Господом, поклонялись там. Мне кажется, это была католическая церковь, но не имеет значения, братья и сестры. И вот когда вот эта болезнь начала, когда она вошла в народ, она потихоньку начала поражать людей. Сначала один человек, потом два. Сначала делали похороны в церковь, заносили, как положено, знаете. Потом настолько болезнь начала, что уже не было, знаете, силы и все, чтобы хоронить вот этих людей, которые гибли. И в конце народ... Народ сказал в сердце своем, нету Бога, делай, что хочешь. Господь оставил нашу деревню, Господь забыл за нас. Делай, что хочешь. Народ предался всякому разврату. И смерть так и дальше поражала всех их. Они в один момент смотрят, идет священник. И на плечах своих несет тяжелый крест. И идет и направляется в этот храм, в эту, ну, как можно сказать, в церковь вот эту. И они решили, вот эти люди, которые там уже остались, может, немного их осталось, они решили зайти в этот храм вместо за священником пошли. И они зашли и думают, что же священник будет говорить. И священник говорит, хорошо, я вам скажу только одно, давайте поставим вот этот крест. И я скажу одну проповедь, такую вот Христос. Последние дни жизни Иисуса, который был распятый, он посмотрел на эту землю и сказал, Господи, за что я буду страдать? За что мне такие вот наказания? Господи, ведь ты силен снять меня с этого креста. Сними меня с этого креста. Я не хочу страдать за этот народ. Он недостойный. Это священник говорил такую проповедь. Люди смотрели, слушали, слушали. Но говорит, что ждет впереди? Что ждет впереди? Один сидит, самый главный, вот среди, как бы можно сказать, закоперщиков, и говорит, священник, постой, говорит, верни Спасителя на крест. Верни Спасителя на крест. Потому что на кресте свершилась наша надежда. И вот если даже все теряется, надежда остается, что после этого жизнь твоя в вечности с Господом. Братья и сестры, если бы Христос не умер бы, мы бы не были здесь. Если бы Христос не воскрес, мы бы не воскресали с Ним. Мы бы не имели вот этой участи, прекрасно вот этот момент, когда вспоминать Его воскресение, Его, можно как бы, ну, победу Его. Знаете, я хочу сегодня немножко только вкратце коснуться, хотя, когда редко приходишь, и хочется много сказать, и много чем-то поделиться, но я понимаю, что время, и все мы в ожидании. Я хочу сегодня просто коснуться некоторых таких, вот мы празднуем вот этот праздник, называем его Пасха. Я вот слышал, у нас было собрание целый день, и сегодня я слышу. И вот братья говорят, как бы все касаясь Нового Завета. Нового Завета, и говорят, Пасха, Пасха наша, Христос заклянный за нас. Мы понимаем, что это правильно, истина. Но давайте немножко как бы зайдем и посмотрим, откуда произошло уже вот это название. Откуда вот это слово Пасха взялось. Почему мы, ну, вспоминаем вот этот день? И почему именно, как бы можно сказать, братья и сестры, я хочу, чтобы вы были внимательны. Внимательны, потому что, как бы говорим мы, что от того, как мы слышим, от того наша вера побуждает нас, от того наше знание пополняется. Не то, что одним ухом вошло, другим вышло. Но давайте будем слушать внимательно, чтобы мы могли понять, что связывает нас Старый Завет и что связывает с Новым Заветом. Вот этот день, вот это название. Я буду читать, можно немножко даже больше читать, но прочитаю сначала первое место Писания, это будет Исход, 12 глава. С 11, 13, можно сказать, 10 стих, 7 стишок, 1. «И пусть возьмут от крови Его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей,
вдома, где будут есть его. 11 стишок. Еще же это так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посох ваш в руках ваших, и еще его с поспешностью. Это Пасха Господня. И будет у вас, дальше, братья, слушайте внимательно, и сестры, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. Слово Пасха, оно называется «пройду мимо». Пройду мимо. Вот я хотел бы, чтобы мы потом еще некоторые места с Библии я прочитаю, как бы они направление делают, или как бы переход к чему-то, или к Новому Завету. Но вот говорит, что я пройду мимо вас. Пройду чего и пройдет кто? Мы знаем вот это событие, когда израильский народ выходил, последняя казнь была совершена над египтянами, и когда Господь сказал, делайте вот это. Братья и сестры, смотрите, что Господь сказал, что помажь что? Косяки, помажь три части дверей, не одну часть, не две, но помажь три. Три части, помажь две стойки и перекладину помажь. И помажь кровью чего? Перед этим я не прочитал, когда Господь говорил и говорит, что когда вы будете вот приготовлять вот это, берите ягнца, возможно, ягненка или козленка, но не старше одного года, и это пусть будет мужской пол. Братья и сестры, я не буду останавливаться, потому что время уходит. Я немножко дальше перейду, чтобы мы могли понять, что говорит Господь. Пройду мимо чего? Пройду мимо кого? И пройдет кто? Пройдет. Второе место Писания, это я буду читать из Иезекииля. Иезекииля, 9 глава, 4 стих. «И сказал Господь, пойди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих, о всех мерзостях, совершающих среди него, сделай знак». Братья и сестры, это как бы посредине, между Старым Заветом, который шел, и переходя в Новый Завет. Здесь Господь говорит, что через пророка говорит, что ты пойди посреди народа. Посреди, и не просто так. Не просто на каждому, который захочет, там дальше за священников говорится, я не буду распространяться, но говорит, на челах людей. На челах людей, те, которые что-то делают. Те, которые в чем-то, в каком-то положении, определенно было положение, и сказал, на челах вот этих людей поставь знак. А потом дальше говорит, что после этого он сказал другим людям, скажет, а вы идите после их. И если не увидите этого знака, бейте, поражайте, убивайте. Братья и сестры, давайте немножко дальше пойдем еще посмотрим третье место Писания. Я хочу потом их вместе как бы соединить, чтобы мы могли уразуметь, что для нас староветнее старого закона Пасха и как она перешла в Новый Завет. Это буду читать я Евреям, 8 глава, 10 стишок. «Вот завет, который завещаю дому Израилю. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой в мыслях их и напишу их на сердцах их, и буду им Богом, и они будут моим народом». Братья и сестры, есть одно такое место Писания, тоже написано, что без пролития крови нет прощения. Без пролития крови нет прощения. И теперь мы опять возвращаемся как бы в Старый Завет, когда Господь выводил, сказал, возьмите вот этого ягненка, ни в чем не повинного. Ни в чем не повинного, маленького ягненка, и возьмите его за резче. И вот его кровь, что будет делать? Она будет заступать вас, она будет покрывать вас, когда увидите вот эту кровь, которая помазана на трех перекладинах, которая символизирует Отец, Сын, Дух Святой. Она символизирует вот этот вот вход, когда потом говорит в Новом Завете, каже, помажьте, что, каже, мы поем одну песню, каже, на скрижалях сердца напиши алой кровью для моей души. Если сердце наше будет помазано, что означает три перекладины? Это вход в двери, вход в сердце твое. Если оно будет помазано кровью Иисуса Христа, что кровь будет стоять? Кровь она будет стоять защитой, братья и сестры. Как тогда-то в Старом Завете ягненок служил защитой для израильского народа, когда проходил поражающий, дабы поразить его египтянин, тогда говорит, я увижу кровь.
увижу кром на косяках ваших дверей и пройду мимо. Братья и сестры, и вот опять Новый Завет. Мы встречаем, что, каже, Христос заклянный за нас. Каже, и кровью своею, что нас искупил. Кровь Иисуса Христа стала защитой для тебя, для меня в этом Новом Завете. Братья и сестры, пусть Господь нам даст понять. Я не хочу сегодня дальше говорить, потому что время уже уходит. Но есть еще 7 пунктов, братья и сестры. Написано, каже, когда мы при Старом Завете, нарушающий закон, беспощадно был побиваемый камнями, то написано, коль тягчащему, думаете, будет наказанием повинен тот, который что делает? Который не почитает кровь завета за святыню и духа благодати оскорбляет. Братья и сестры, есть 7 пунктов, но нету времени, которые указывают нам на то, как мы можем, возможно, даже не думаючи об этом, возможно, даже косвенно, но мы можем оскорбить, мы можем унизить или принизить Духа Святого. Мы кровь Иисуса Христа можем не посчитать за святыню. Братья и сестры, пусть дал нам и Господь, чтобы вот эта Пасха, которой Христос остался для нас, как бы с Новым Заветом, с новым Своей кровью пришел и заступился за нас от поражения, закрыл. Кровь свою дал нам для того, чтобы она стояла защитом твоему и моему дому. Братья и сестры, пусть Господь нам даст, чтобы наше разумение, наши мысли, когда мы пойдем домой, уйдем с этого места, чтобы мы могли понимать, для чего была Пасха, для чего вот эти то Старый Завет, или то эпизод, или тот, как бы можно сказать, жизни еврейского народа и перенесся в это самое. Почему именно оно сошлось именно в те самое время? Почему Христос должен был пострадать именно в Пасху? Почему вот эти дни должны были? Потому что как в Первом, как и в Втором Завете идет кровь. И в Новом Завете, и в Старом Завете, братья и сестры, кровь служила для спасения. Пусть Господь нам даст вразумение, что мы могли ходить перед Господом, храня себя в чистоте, потому что Господь есть Бог Святой. Бог Святой, братья и сестры, мы можем услышать, знаете, много можем слышать, но есть одно такое, как бы выражение, слышать, но есть и послушание гласу Господнему. Есть послушание гласу Господнему. Скажите, легко ли слушаться глаз? Я только один момент наведу, братья и сестры, легко ли слышать глаз Господень? Послушаться Ему глаз. Да, мы можем слышать. Мы слышим вот сейчас Слово Господне. Мы слышим, и можем зайти домой и забыть обратно. Но когда Господь говорит, давайте только один эпизодик, я только вам наведу. Вот представьте себе, вот Моисей в пустыне, видит горящий куст. Горит куст. И говорит, я пойду посмотрю. Скажите, если бы Моисей знал, что там Господь будет обращаться к нему с этому кусту, как бы он себя повел? Что бы он ни делал, но давайте чуть-чуть дальше пойдем. И Господь потом говорит с Моисеем, говорит, ты пойдешь и выведешь народ мой из Египта. Моисей говорит, я не могу, я такой, не такой человек. Господь говорит, я буду с тобою. Говорит, что у тебя в руке? Что в тебя в руке? Господь говорит. Он говорит, посох, говорит, брось его. И когда он бросил посох, что сделался с посохом? Змея поползла. И Моисей, что он начал убегать от змеи? Представьте себе, братья и сестры, в пустыне человек, который живет в пустыне, человек, который знает и понимает, что от змеи не то, что нужно убегать, тем более, когда в руках ничего нету. И Моисей повернулся и начал убегать. И Господь опять говорит к Моисею, братья и сестры, я хочу, чтобы мы могли послушание увидеть, в чем заключается послушание гласу Господь. Нелегко, братья и сестры, настроить себя или внушить себе, или, знаете, как бы принимать верою то, что говорит Господь. То, что говорит, представьте себе, ну палку легко взять, не правда ли? Палку легко бросить, змея уползла и все. А представьте себе, чтобы потом догнать вот эту змею и ухватить ее за хвост. Вы не пробовали никогда? Я тоже нет, братья и сестры. Но я не думаю, что Моисей был в восторге от этого. Или я не думаю, что у него было, знаете, как то, он с радостью бежал, чтобы догнать вот эту змею. Но он послушался гласу Господня. Он послушался гласу Господня. Хотя, кажется, было это нереально. Как взять змею за хвост? Она повернется и ужалит. Она может убить человека одним только укусом своим. Но он послушался гласу Господня. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы поняли для себя,
Послушание гласу Господня – это не то, что слушать его. Не то, что слушать, прочитать и забыть, и оставить. Или просто иметь для себя как бы историю, иметь для себя все. Но послушание гласу Господню – это довериться ему. Это довериться ему, это поверить ему то, что он говорит. Он говорит, возможно, то, что непонятно даже для нашего разума. То, что, возможно, не вмещается в наш разум. Кажется, как возможно такое. Но если Господь говорит, ты поверь. Ты поверь и увидишь то, что Господь за своим словом стоит. Потому что Господь говорит, я бодствую над словом моим, дабы оно исполнилось. Если Господь говорит, значит Господь отвечает за свои слова. Братья и сестры, перед нами сейчас будет молитва. Мы будем благодарить Господа. Благодарить Господа за то, что Он дает нам вот это время. За то, что мы живем и в этой стране, имея все необходимое. Все необходимое. Братья и сестры, я как-то вчера после служения пришел домой, и жена накрыла стол. Думаю, Господи, где все это? Откуда все это? Не твоя ли рука? Когда-то сказал сатана, даже представший перед Господом за Иова, сказал, Господи, не твоя ли рука кругом обкружила его? Не ты ли был во благо к нему? Братья и сестры, не есть ли рука Господня во благо к нам? Не он ли нас хранит, не он ли нас благословляет в этой стране? Братья и сестры, хотелось бы только одно, чтобы наше сердце было открыто для того, чтобы, воздавая славу Богу, поклониться. Чтобы Богу поклониться и поклониться Ему в духе и истине, потому что таковых поклонников ищет себе Господь. Братья и сестры, для того, чтобы поклониться Господу, нужно быть в духе. Нужно быть в духе. Для того, чтобы быть в духе, мы должны выйти из своей плоти. Мы должны выйти из своей плоти. Нету никого. Нету ни брата кругом, нету ни сестры никого. Я Иисус. Только тогда я могу с Ним говорить. Только тогда я могу с Ним общаться. Потому что мой дух, мои мысли настолько пленены Его. Настолько они захвачены Его присутствием, Его общением. Мне хочется быть с Ним. Мне хочется с Ним говорить. И тогда моя молитва, она будет пред Господом. А тогда она будет угодна перед Господом. А тогда она будет достигать престола святого. Пусть Господь нам благословит. Братья и сестры, склоняем колени свои, идем к Нему в молитве. Аминь. Аллилуйя тебе, Иисус. Аллилуйя тебе, Иисус. Аллилуйя тебе за твою победу. Аллилуйя тебе за твое воскресение, Иисус. Аллилуйя тебе. Аллилуйя тебе, что мы имеем тебя и знаем тебя. Господи, но может быть не таковы, Иисус. Может одежды наши не таковы, как ты хочешь видеть, Дух Святой.
Может, нет у нас такой ревности к тебе, Богу живому, и молитва стала пустой. Армена скромела в ты, Дух Святой, а помочи, Господи, Боже мой. Мы не идем к тебе своей праведностью, она как одежда запачкана, Господи. Но через Сына Твоего Иисуса Христа, через Его праведность, через кровь святую мы имеем доступ к престолу славы. Аллилуйя! Аллилуйя, Романас Карабанавтен, Бог мой, дай веру Твою! Дай веру Твою, что когда мы открываем уста свои, здесь небо слышит! Небо слышит и пишется каждое слово Твое, Абба Отче! Абба Отче! Господи, благослови Твой народ! Благослови, Боже мой! Что не то, прости, удали! Потому что ты хочешь видеть церковь свою, чистую, без пятна и порока, Господь. Ты такой хочешь видеть невесту свою, Боже. А мы поклоняемся тебе, святому. Благословляя имя Твое, святой славу тебе воздаем, потому что ты этой славы достойный. Аллилуйя тебе. Аллилуйя тебе, благослови дальше эти дни, Боже. Дай, чтобы Твое воскресение, оно было каждый день в моем, в каждом сердце. Дабы Твой Дух, производя свою работу, Господь, направлял нас к Тебе. Дабы мы ходили верою перед Богом живым, Ромелес Карабанаутен, Абба Отче. И знаешь, что когда жди укончатся здесь, мы будем в вечности с Тобою. Аллилуйя Тебе, Иисус. Тебе слава, Тебе поклонение. Благослови весь народ Твой, Боже, а Тебе я хочу воздавать славу, достойный Ты принять славу, честь, живой Бог, слава Тебе во веки вечные. Аминь. Отче наш, живешь на небе, нехай святиться имя Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Брати і сестри, значить, наше зібрання пройшло закінчення. Вечором зібрання на 7 годин, і завтра зранку вже не буде, а вечором теж на 7 годин завтра, третій день, так як обично ми святкуємо. В середу вже наше зібрання не буде, але в середу буде похоронне зібрання в славі Господь Чорч. Наташа, виражаємо співчуття для тебе, хай Бог благословить вас, утішить. Ну, на 7 годин в славі Господь Чорч, так, Наташа, похоронне зібрання буде. Тому що умерла Ніна Залуцька, ми за неї молилися. Так що, хто побажає побути там на похоронному зібранні в середу, ви зможете побути в середу у славі Господь Чорч. Ну і далі ще п'ятницю молитовне зібрання. Молитва, як завжди. Ми завжди побуждаємо, ідіть на молитву. Чим більше буде молитви, тим більше буде сили. Не буде молитви, не буде сили. Бог буде благословляти нас, коли ми будемо щиро молитися, смиряться перед Богом, і Господь буде йти впереді нас. Так що хай Бог благословить. Можливо, в когось є якась нужда, щось сказати, тому що сьогодні не поступило ні однієї записочки. Так рідко буває. То можете сказати, і ми закінчимо молитву благодаті, тоді з миром Божим будемо роз'їжджатися. Іде виздоравлювання, іде. Він вже потрошки даже, ну, якби на другий поверх, ну, там, стомощі, ну, Радік може сказати. Брат Радік, який з дітками співав, це якраз Льоні Мамутюка син, внуки його. То. Брат Степан завжди переживає свого брата. Завжди заявляє, ми молилися не один раз, і їздили в госпіталь молилися, і віримо, що восстановиться ваш тато, Радік. Ми віримо, ми молимося. Давайте церкви встанемо, ще помолимося. Сестра. Сестра просить свого сина, який теж дуже в тяжкому стані. Якщо Господь готовить сина до переходу, щоб Господь дійсно підготовив, да? А якщо Господь має ще приділення зцілити, Бог сильний, явити чудо. Для Бога нічого немає неможливого. Молимося. Боже наш, ми ще раз за час перед Тобою, наш Господь, воздаємо молитву до Тебе, Ісус. Особливо ми ще раз згадуємо за брата Льоню Мовдяка, Господь, та Бог наш.
наша щира молитва до Тебе, Господи, Бордаж, яви Твій милість над ним повністю. Боже наш, Ти вже багато зробив, Господи, Богдан, він знаходиться вже вдома. А наша молитва до Тебе, восстанови його повністю, Господь, здоров'я. Яви Твою силу і славу, Ти є сильний Бог. Для Тебе нічого немає можливо, Господь. Боже наш, скільки молитв було звершено, Господи, Богдан, ми ще раз звершаємо цю молитву. Надрій, Господь. Сестра просить за сина свого, Господь, який дуже в тяжкому стані. Ти є сильний Бог, чудо явити, Боже наш. Ти можеш, Господь, явити те чудо і восстановити його повністю. Але що Твоя воля, святий Господь, угодно, якщо така Твоя воля, Твоє управління, Господь, то порятуй Ти його душу, Ісус, до переходу. Господи, Боже наш, ми на Тебе надіємося, Ісус. Просимо, благословляйте нас, Господь. Благословляй вечірні зібрання, Господь. Благослови завтрашній день, Господь, Таже Бог, і всі зібрання. Побуждай народ від молитви, Господь, Таже Бог. Ти ж. Чим більше будемо смиряться, молитися, тим більше Ти будеш благословляти нас, Ісус, дорогий. Залишайся з нами. Благослови нас, Господь, коли будемо роз'їжджатися, храни в дорогах, в транспорті, Боже наш, на кожному місці будь з нами. Ще згадуємо за Україну, наш край, Господь. Боже наш, дай мир для України. Ці торжественні свята, Господь, коли буде Україна святкувати в слідуючій неділі, Ісус, так хочеться, щоб мир прийшов для України, щоб повний спокій прийшов, Ісус, дорогі. І там наша молитва до Тебе, Господь. А саме головне, дай покаяння, Господь, цьому народу, Господь, Таре Боктер. Іскреє покаяння і призивай народ до себе. Чим не більше народ буде смиряться, іти до Тебе, Господь, молиться. Я вірю, Ти є Бог сильний, явити Твоє чудо там на Україні. Боже, і цей край, де ми живемо, благословляй. Боже, продавай ще мир і спокій цьому краю. Пробуждай цей народ, Господь. А нам поможе бути слов'янам, настоящим солью і світом, і оселяти цю землю. Господь, Ти не зря нас переслав цей край, Боже наш. Щоб ми молились за цей край, оселяли його і світили для цього народу, Господь, Таре Бог. Залишайся з нами і прославися Ти. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, Бога Отця і єднання Святого Духа, нехай буде зі всіма нами. Амінь. З миром Божим, Боже благословення всім.